Неподдельные эмоции ульяновских болельщиков разорвали трибуны в середине первого тайма, после того, как Борис Шалухин на лету принял мяч и отправил его в сетку ворот гостей. Оставшееся в первой половине встречи время соперники провели в обоюдных атаках, удача в которых благоволила хоккеистам Мурмана. В целом, для нас этот матч очень полезный, потому что, ну так как мы дебютанты, и я уже говорил это в Кирове, что психология высшей лиги и суперлиги отличается очень сильно. А те ребята, которые к нам пришли из суперлиги, ну, более знакомы, скажем так, но та пауза в 6 или 7 лет, которая у нас была в высшей лиге, ну, немножко нам мешает, но мы каждый день работаем над этим. Второй тайм, 70-я минута, угловой у ворот Мурмана. После подачи и удара мяч, задевая ноги обороняющихся, все же закатывается за линию ворот. 2-1, и ульяновская «Волга» выходит вперед. Спустя всего лишь 10 минут ульяновцам удалось свое преимущество упрочить. Вспоминая прошлую пресс-конференцию, Евгений Иванушкин говорил, поменьше бы валидольных матчей. Но я думаю, что сейчас он был очень валидольный, тем самым держал в напряжении и болельщиков, и тренерские штабы. Я думаю, что только в таких валидольных матчах развиваются команды, развивается хоккей. Он становится интересный, красочный и, надеюсь, будет привлекать все больше и больше болельщиков. Не только в Ульяновской, но и во всей России. Точку во встрече на 82-й минуте и вновь после розыгрыша стандартного положения поставил Алексей Ничков. Как итог, первая победа, первые набранные очки. Но главное, молодая ульяновская команда наконец-то почувствовала вкус побед в официальных матчах. Следующую игру волжане проведут на домашнем льду. 9 ноября дружина Сергея Горчакова скрестит клюшки с казанским «Динамо».